Книга «Открытым оком», том 8, вопрос 2104, тема «Смерть». «Почему христиане сами себя предавали на мучения?» — отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Потому что не знали Евангелия и потому что слишком хорошо была поставлена агитация, что мученики обязательно будут канонизированы и будут в раю. Так сегодня чеченские смертницы получают жетон, что им есть место в раю». Евангелие от Матфея 10:23. «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой». Житие святой Луки, память 6 июля. Святая мученица Лукия была родом из Сицилии, из страны Каппадокийской. Она взята была в плен викарием Риксом, который стал принуждать ее принести жертву идолам. Но она не согласилась на это и выразила решительное желание остаться рабой Христа. Викарий пришел в умиление от ее твердости, отпустил ее и ее служанок, дал ей особое помещение и дозволил ей в уединении предаваться молитве. Отправляясь однажды на войну, он просил ее помолиться о нем Богу и по ее молитве возвратился с войны победителем. Спустя 20 лет после сего святая Лукия стала просить викария отпустить ее в компанию, чтобы там принять мучения за Христа. Но он не пожелал отпустить ее одну и, оставив свое царство, богатство, жену и детей, сам отправился с нею. Когда они прибыли в компанию, то здесь схвачены были бывшим тогда егемоном и по приказанию последнего им отсекли головы.